минувшее воскресенье вечерняя прогулка чуть было не закончилась трагедией для 15-летнего жителя города Комсомольска-на-Амуре. В 18 часов 53 минуты в Хабаровский поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на реке Амур в районе речного вокзала на льдине плывет и просит помощи ребенок. В городской набережной незамедлительно выехала дежурная смена спасателей Хабаровского поисково-спасательного отряда в составе 4 человек. На лодке спасатели подплыли к льдине и сняли с нее пострадавшего. На берегу молодого человека осмотрели врачи скорой, медицинская помощь парню не потребовалась. С ним провели беседу о том, что выход на лед может стоить жизни. По предварительной информации, подросток хотел продемонстрировать кому-то свою смелость. Он вышел на лед на набережной в районе памятника первостроителям, но оказавшись на льдине, очень скоро понял, что обратно сам не выберется. Пришлось вызывать спасателей. МЧС предупреждает, выход на лед опасен для жизни.